Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с тобой поиграем в Transport Fever 2. Вот, решил опять поиграть, у меня как-то уже было прохождение, ребят, есть плейлистик, вот, решил еще немножечко поиграть. Игрушечка меня расстраивает в том плане, то, что, ребят, оказывается, что-то оптимизация здесь, то ли мой компьютер уже выдохся, то ли чего, но, в общем, оптимизация что-то стала еще хуже в игре, когда я, помню, проходил первый раз ее, у меня есть плейлист где-то на канале, в общем, проходил, вроде бы, все нормально. А теперь все. Теперь, ребят, все. Короче говоря, что-то с оптимизацией все очень плохо. В общем, поиграем с тобой в свободную игру. Хочу сыграть в свободную игру на маленькой карте. Просто климат умеренный. Городов 4 городов. То есть все по минимуму, ребят. Все по минимуму. Давайте средние города. То есть пускай будет 4 города. Вот, пускай будет 4 города. Холмистость. Ну, холмистость, я думаю, да, мы уберем. 4 города, 21 промышленность. 4 города, 21 промышленность. Ну-ка, если обновить. Через речку, да, нам все предлагают. 8 на 8 километров, ребят. Ну, давайте, я думаю, вот такую возьмем карту. Посмотрим, что она из себя будет представлять. Именно маленькую карту, ребят, берем. Играем с 2000-х годов. Сразу с 2000-х, не хочу с 1950-х. Вот этих вот там вот на лошадях. Давайте сразу с 2000-х. Просто хочу поиграть, просто немножко хочу получить удовольствие от игры. Сложность, ребят, среднюю, наверное, сделаем. А на что она вот влияет, эта сложность? Она, по-моему, влияет. Ну, давайте сложность сделаем, не знаю. До 6 типов грузов. Ага, частота закрытия предприятий. Кстати, можно частоту закрытия предприятий, то есть вообще выключить, чтобы у нас предприятия вообще не закрывались. Вот, по настройкам у нас здесь ничего не стоит, настолько вот Deluxe контент вот этот и вот этот вот. Вот, по этим мы ничего с тобой не ставим. Расширены эти европейские названия городов, русские, окружающая среда умеренно, сложность сложно, здесь все стоит. Нет, подождите. Здесь все должно стоять по нормальному, по стандартному. Вот. Все, давайте попробуем. Попробуем, что у нас получится. Смысл какой вообще, да? Какой смысл? Просто хочу, ребят, поиграть, просто хочу пооптимизировать маршруты. Как бы это странно ни звучало, понимаете? Хочу просто пооптимизировать маршруты, посидеть, посоставлять. То есть хочу сделать, знаете, максимально оптимизированные маршруты, чтобы все идеально работало. То есть мы не будем играть там до максимального роста городов, еще чего-то. Ну просто, я просто хочу, знаете, все предприятия, 4 города... У нас получается 21 предприятие, да, 4 города, 21 предприятие. И я бы хотел бы их, ребят, все соединить. Давайте посмотрим, что нам досталось. Что нам за карта досталась. Ага, вот отсюда нефть берем, везем ее сюда, отсюда сюда, получается, и Александровка. Александров сюда везем, это хорошо. Так, а что у нас здесь, допустим... Сюда нужен хлеб. Идите в жопу с подсказками. Пока мне подсказки не нужны. Так, вот здесь нам нужен хлеб. Ну, можно сделать как? Можно отсюда взять хлеб, возить сюда на хлебобулочную. И здесь проложить дорогу. И сюда везти хлеб. В принципе, тоже как вариант. Давайте возьмем сначала, сделаем этот маршрут, я думаю, да. Попробуем, я не знаю, что у нас получится, ребят, не получится, да иди в жопу. Что-то там QE, стоянка для грузовиков. Так, подожди, а как строить, я забыл. Постройки, модульная стоянка грузовиков. Трамвайные пути, подожди, стоянка для грузовиков, трамвайные пути. Нет, подожди, мне не это надо, мне надо... Я уже забыл, как делать, ребят. Я уже забыл, как делать. Сейчас вспомним. Сейчас все вспомню, ребят. Сейчас все вспомню. Одно мгновение. Одно мгновение, я сейчас все вспомню. Так, это для людишек, это для депошек. Так, стоянки для грузовиков. Это вот... Это не стоянка для грузовиков, да? Это... Подождите, нам нужно предприятие. Подождите, все, забыл, ребят. Так, это железка. Играть будем, наверное, ребят, в основном через железную дорогу. Но пока мы начнем с именно с этих.
Подождите, а как, вот прикиньте, выбило из этой, из головы, а как строить? Вот через стоянки для грузовиков, да, ведь? Выбило из... из головы, ребят, как строить правильно... Да, как строить правильно это постройки? Наверное, вот так вот, если я правильно помню. Ладно, пускай будет так. Так. Давайте 130 тысяч сюда. 130 тысяч сюда. Так, а здесь как-то можно было настраивать высоту. Подождите. Нет, подождите, а тут как-то можно было настраивать высоту. Б, нет. Сейчас все вспомним, ребята. М. Нет, М, М это поворот. М, Н. Это поворот как-то можно было настроить, ребята, высоту. Но я не помню, как можно было настраивать высоту. Так, здесь, значит, он загружает, сюда везет и перевозит это все. Куда нам, где хлеб-то нужен? Нам нужен хлеб вот здесь, вот где-то, да? И вот сюда он... А, на эту, я понял, на эту. Угу. На Б и Ю. На Б и Ю, ребят. Так, подождите. Ага. Нам максимально дешево, ребят, надо делать... На Б и Ю. На Б и Ю. Сколько будет снос? Миллион. Мы можем 800 тысяч потратить, зато очень хорошо, ребят, приобретем здесь, да, но... блин, вот сюда не будет доставляться. Или вот сюда лучше. Вот сюда вообще было бы идеально. На самом деле. Вот сюда бы было идеально. Слушайте, а если вот здесь вот улицу достроить? Средняя улица. Значит, средняя тоже, да, улица. Давайте 10 тысяч построим за 10 тысяч. Во. И мы вот здесь вот так внутри построим. Если мы вот так вот строим. Просто я играю на уровне сложности высокой. Да, там уже не задевает, кстати, те улицы. А вот так вот, кстати. Вот так вот лучше. Так, 132. Ага. Вот так вот выровняем. Ага. Ага, то есть я вот эти еще сдеваю. Так, подождите, вверх я дергаю, туда задеваю эти, и эти я задеваю. Давайте пускай будет. Пускай будет как-то так, ребят. Вот, надо точно сейчас все это выверять. Так, у нас есть здесь, здесь это есть. Давайте построим мы с тобой дорожное депо. Дорожное депо, депо, депо. Давай где-нибудь его здесь построим. Не знаю, можно, кстати, поиграть от одного дорожного депо. Это будет очень забавно. На высоком-то уровне сложности. То есть у нас сюда будут привозить хлебушек. Правильно, здесь нужен хлебушек. Угу. Так, мы можем, в принципе, уже, наверное, собрать какую-то технику. Правильно я понимаю? Так, давайте сохранимся, ребят. У меня какие-то тут старые сохранения есть, но они не рабочие, ребят, к сожалению. Вот, доставка. Так, купить транспорт. Нам нужно купить парочку. Весь груз, да, возите. А вы что возите? А вы что возите? Так, а вы сколько возите единиц? 25, 17, 21.
Только это 85 тысяч стоит, а это 127. И разница 25-21. Нет, тогда вот это возьмем 80, а это 100, да, едет километров. Давайте пока вот этих купим. Пускай возят. Пускай пока втроем ездят. Мы сейчас новый маршрут им выдадим. Вот отсюда ездите. Вот сюда. Они там поехали? Да, они поехали. Да-да-да, доставить, так, полученное достижение, там, доставить первый груз. Так, линия тут начала пополняться. Доставка растет. Так, второй, сейчас они привезут туда сначала, на тот склад, ребят. Сначала здесь нормально привезут, из двух зерна делается один хлеб. Сейчас они туда съездят, привезут, потом мы начнем уже сюда маршрут выставлять. Так, нам что нужно? Нам нужно с тобой бензовозы вот отсюда, бензинчик отсюда везти сюда, да? А потом оттуда туда. Давайте мы сделаем тоже. Подсказки. Вы можете не только использовать кнопку паузу, но и поменять скорость игры, ускорив ее. Да, спасибо. Я в курсе. Так. Да-да-да, первый груз, да, молодцы. Везите первый груз. 200 тысяч, ни хрена себе, сколько здесь. Дороговато что-то стоит. Дороговато. Так, давайте вот здесь тоже поставим еще. 120 тысяч. Так, значит, отсюда перевозят, сюда везут. Туда, потом это сюда везут. А здесь куда нам надо? Нам нужно вот этим зданием, да, подпиточка промышленности, ребят. О, кстати, здесь, по-моему, прям место для меня вот это вот. Да, слушайте, прям место для меня, но я тут всю промышленность не задену. Мне бы где-то вот здесь бы, что ли, встать, вот так вот было бы неплохо. Тут миллион надо отдать или 600 тысяч. А, или вот так можно встать, бочком вот здесь вот. Да, давайте вот здесь и встанем, это очень хорошо. Так, теперь мы что берем? Мы берем, во-первых, купить транспорт. Так, по 21, да? А ты по 30 возишь. А, только ты стоишь в два раза практически дороже, да? Разница не особо. Ну, скорость, да? Ладно, нам пока скорость-то не особо нужна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, на новый маршрут. Отсюда ты возишь на переработку сюда. Так, они поехали туда теперь возить. Так, эти зерно возят. А, кстати, зерно им надо, да. Вот здесь нам надо дорогу, ребят, сделать. Нам нужна не улица, нам нужна... автобусная полоса. Нет, это что у нас? Это страна, шоссе. Страна, шоссе. Что за одностороннее движение? Автобусная полоса нет, трамвайный пути принадлежность, улица, постройка, улица... А, подождите, на что за перевод такой непонятный? Это городские, это автобусная полоса, то есть я здесь тоже могу автобусную полосу сделать? Ладно, до 80, да? Давайте вот здесь вот. Давайте где-нибудь вот здесь вот ответвление вот так вот сделаем. Нет, углубление нам делать не надо. Нет, тоже нам не надо. Надо, знаете, что покороче это делать. Ага. 32 тысячи, давайте. Ой, ты куда это? Подождите. Нам так не надо. Нам так не надо. Мосты нам, ребят, никакие не нужны. И ну вот здесь вот давайте приколхозимся.
вот такая трасса, чтобы они вот этот крювюль, ребят, через весь город не ехали, потому что этот крювюль через весь город нам не нужен. Правильно, они просто здесь будут напрямки ездить и пускай здесь ездят. Здесь у нас уже доставка 88, производство 200. То есть работает производство. Это хорошо. Так, привезли первую, да, получается. За сколько там? Вот 34 тысячи он сейчас в минусе, ребят, у нас. Вот этот грузовик в минусе на 34 тысячи. Давайте посмотрим, сколько он нам сейчас принесет денег. 80 тысяч принес. Неплохо, неплохо, ребят, хороший товар. Так, он принес 80 тысяч, это замечательно. Так, эти только туда еще едут, да? Но там уже нефть отгружают потихонечку, 77 единиц уже есть. Доставка 203, производство 400, да, он может производить. Так, здесь, да, тут пускай пока пополняется, это хорошо. С этим мы сейчас разберемся. Хлеб производства 5. Я думаю, нам надо еще на эту линию, ребята, выставлять парочку машин. Потому что они, мне кажется, не справятся. Но в дальнейшем я, наверное, поставлю сюда все-таки поезд, который будет курсировать из... Здесь будет курсировать поезд, будет забирать эту, сюда сгружать. Вообще, знаете, что самое идеальное было бы, чтобы поезд ехал отсюда, забирал здесь зерно, проезжал здесь, забирал зерно, здесь сгружал, а назад уже вез хлеб, который бы здесь бы, допустим, сгружал. Или где-то здесь, в этом районе бы он его сгружал, было бы очень выгодно. Так, здесь у нас инструменты, какие-то товары, но нам сюда рано. Нам сюда, ребята, рано. Так, также, знаете, что можно сделать? Здесь вот люди, да, ездят всякие. А вот куда вы ездите? Можно узнать. Евгений Семенов вот едет некий. Евгений Семенов, куда он? Пункт назначения жилая зона. Ага, он едет куда-то туда. Интересно. Может, знаете, что сделать, ребят? Можно сделать так, чтобы... Вот видите, в городах у нас ездит машина, да? А можно сделать так, ребят, чтобы машина вообще не ездит. То есть сделать полностью город зеленым. То есть машины ездить вообще не будут. Что для этого нужно сделать? Нужно зайти в строительство дорог и построить дороги, ребят, только для... Только для этих вот. Автобусная полоса, да. Нет, даже там, по-моему... там где-то можно сделать, подождите. Где-то тут можно переделать инструменты. Да, вот, инструменты нажимаете, вот делаете. Инструмент, автобусная полоса. Проложить по улице автобусную полосу. И будет только, здесь только могут ездить автобусы. То есть сделать так, чтобы могут ездить только автобусы. И все. И сделать общественный транспорт внутри города. Такие вот дела. Так, что у нас здесь? Минус 22 тысячи. Сейчас сколько? 25 тысяч, да? Ну, сейчас ему отгрузят. В принципе, можно сюда, наверное, я думаю, еще парочку-троечку грузовиков купить. На линию первую. Нет, не продать, а я вот так, по-моему, можно сделать. Вот так вот и вот так вот. Планировать выбранное количество транспорта. Раз. Три транспорта мы еще копировали, ребята. И еще три самосвальчика сейчас у нас будут, начнут ездить и возить наше... Да, возить наше зерно, ребят. А это очень хорошо, это очень замечательно. Потому что это нам надо. Так, что у нас там по этому? Конечно, нефть, ребят, возить очень далеко оттуда, считать туда, да, вот сюда вот возить нефть. Это, ребят, очень, на самом деле, далеко. И вот здесь как раз-таки бы нам бы пригодился, ребят, поезд. Но поезд мы сейчас себе позволить не можем пока. Вот, пока поезд позволить не можем. Давайте на линию 2, мне кажется... Нет, подождите.
А, где у меня там линии? Линии. Вот это вот. Нет, а как мне... Управление линией, да. Нет, управление транспортом. Вот этих вот троих архаровцев мы еще копируем. Потом еще копируем. Потому что нам нужно больше транспорта, ребят. Слишком длинная линия, как видите, очень длинная. И еще нужно, да, еще 6 грузовиков. Пускай выходит на линию. И тоже работают, перевозят нам, ребята, нефть. Че стоим? Че за пробки? Что за пробки у вас здесь? Так, ферма у нас работает, транспорт 13%. Как все вот это у нас заполнится, у нас, по-моему, начнет заполняться, это как его, улучшаться, в общем, начнет. Улучшаться, ребята. Это мы отключим. Так, это нам не надо. Улучшаться начнется, завод, короче, начнет улучшаться. Так, ну чё вы там? Не отнормализовать сейчас здесь, ребята, это все дело. Чтобы аккуратненько, знаете, мы так будем нормализовывать, ребят, чтобы не улететь в минуса. В принципе, все самосвалы ушли целые. Это меня очень радует, в принципе. Да, то, что все самосвалы ушли целые. Доставка идет. Транспорт будет, в принципе, ходить более-менее нормально. Через город эти идут у нас. За содержание, да, я правильно там понимаю, мне списали деньги, якобы за содержание. Здесь тоже платить надо бабосики. Сколько у нас? 60 тысяч уже, ребят, задолженность. Доступного транспортное средство «Кобра». Вот через город то, что они ездят, ребята, это очень плохо на самом деле. Они скидывают скорость здесь по городу. Видите, как они тормозят на светофорах. Ну или что здесь, перекрестки. Они тормозят, и это плохо. У меня прибыль минус 11 миллионов. А, вот, видите, они тормозят везде. Людей давят. Мои рабочие. Вот, то есть это все очень, ребята, плохо. Это очень печально. Но надо с этим будет что-то делать. Но мы обязательно что-то сделаем с этим. Так, я думаю, можно уже покупать, купить транспортное средство. Весь груз Тентвый Ман, да? 68 тысяч. Он весь груз, кстати, возит. Вообще весь. Интересно, если он весь груз возит, то... Ну, пускай возит, давайте купим. Раз, два, три, четыре. Новый маршрут. Вот отсюда хлебушек забираешь. Сколько вы там зарабатываете, ребят? Ну-ка, покажите-ка мне. Ну-ка, вот чувак едет, у него 21 зерна. 21 тонна зерна. Да, сколько он там нам сейчас привезет? Давай, покажи мне. А, 79. Блин, а он мне не показал, потому что я не то выключил, да? Вот это вот надо, вот это отключить. Цены, доходы. Цены, доходы, великолепно. Цены, доходы, ребят. В общем, 90 тысяч где-то он привез. Сейчас посмотрим повнимательнее, ребят. Хотя здесь графики где-то есть, по графику можно посмотреть, но я люблю так смотреть. 106 тысяч они привозят. Цена, кстати говоря, стоимость ту, которую они привозят, то есть зависит от того, как далеко они едут. То есть вот у этого, допустим, у этой машины задолженность 75 тысяч, к примеру, да? Но задолженность такая большая, потому что он далеко едет. Сейчас он окупится с одной машины, на самом деле. Сейчас окупится, ребят. Вот сейчас эти тоже отсюда заберут. Здесь нужен поезд. Для нефти, ребят, нужен 100% поезд, потому что без поезда здесь, наверное, мы никак не обойдемся. В
Ну, давайте посмотрим, сейчас он подъедет. Сколько он, насколько он привезет. Ну-ка, насколько? Ну, давай быстрее разворачивается он там полгода. 266 тысяч. Охренеть, нормально, кстати. То есть один 266 тысяч. Умножаем, 4 грузовика, миллион привозит. Как вы думаете, это нормально? Я думаю, это нормально. То есть можно даже посмотреть, здесь же доходы линии где-то есть. Доходы линии как-то же здесь можно смотреть. Я помню это, ребята. Я помню. Статистика станций. Вот, техобслуживание. Перегрузка очень хорошо, очень плохо. Да, еще 200 тысяч. Статистика промышленности. Ферма, транспорт 76%. Блин, а где посмотреть? Я уже забыл, ребята. Где-то здесь можно посмотреть. Где-то здесь можно посмотреть было, но я не помню. А, вот, вот, в правом нижнем углу, вот здесь. Можешь посмотреть, какая линия сколько приносит. Тут линия 3 по хлебу у нас пока в минусе. Пока в минусе. У нас линия хорошо работает по зерну. Вот, по зерну работает хорошо на 300 тысяч по... Нефть пока там в минусах, да, ну ничего, выровняем, ребят, выровняем. Выровняем, все будет, не переживайте. Это все дело, как говорится, наживное. Транспорт едет. Да, этот оттуда уезжает, а тут должен уже ехать, да, туда первый уже едет. Но здесь нужен поезд, вот по-любому, ребят, на этой линии прям нужен поезд. Вот как ни крути, вот, что бы ты ни говорил, надо поезд. А что, у пустые приехали? А почему вы дерево якобы возите? А ты куда вообще поехал? Блин, как-то у них здесь дорога, конечно, сделана. Не очень. Здесь второй мост бы протянуть. Так, ну-ка, линия 3. Тут можно же их настроить. Загрузить. Подождите. Загрузить. А где мы, подождите? Нижний Избершак. Избершак. Вот здесь вот в нижнем Избершке. Нет, там вы, получается, загружаете хлеб. Загружаете, да. А вот здесь вот, это снимаем. А здесь разгружаете. Да, это лучше поставить, ребят, вручную. То, что хлеб там загружаем, а тут разгружаем. Почему? Потому что он может случайно прихватить что-нибудь. Он может прихватить, к примеру, зерно и увезти зерно. Вот, а нам не надо, чтобы он увозил зерно. Нам нужно, чтобы зерно оставалось у нас там на линии. Чтобы оно работало и приносило нам... еду. А, еду эту. Да, вот здесь что-то надо с этим делать, ребят, сразу, я думаю. То, что трасса здесь проходит, это не очень хорошо. Ну, то есть через дорогу едут. То есть они сбавляют там скорость до 60 плюс светофоры. Мне кажется, можно вот так объездную сделать по низу, ребят. Да, давайте попробуем сделать объездную по... шоссе, да, сделать. Давайте пока вот такую шоссейку. Здесь бы, конечно, надо было бы... Здесь бы надо было немножко по-другому, но... Ну, как говорится, как Бог послал, так и делаем, ребят. Вот так вот.
Я понимаю, что немножко корявенько, но, возможно, они... Хотя они вроде выбирают самый короткий маршрут, и вот это вот то, что я построил, это, наверное, не особо как-то сыграет роль, на самом деле. И они навряд ли будут по нему ездить. Хотя, на самом деле, им бы выгоднее, конечно, здесь было бы ездить. Я могу, по-моему, здесь запретить ездить грузовикам, по-моему, да, если выбрать дорогу, по-моему. Это не точная информация. А инструмент выбора принадлежности объекта позволяет указать, будет ли улица принадлежать игроку, а предмет станет ли изменение происходить автоматически. Нет, я вот хотел бы как-то им запретить путевые точки. Хотел бы запретить бы им, конечно, ездить. Именно. По-моему, им же можно там как-то маршрут прокладывать дополнительно. А, вот, видите, все у них, видите, красный маршрут вот проложился автоматически, ребят. А, я мог бы добавить станцию просто, да, типа станцию. А это что? Терминал 1, терминал 1. А это что? Это хрень. Это что? А, здесь терминал 1. Здесь терминал 1. Не знаю, что это такое. Не знаю, ребят, не да, все, они теперь, видите, все, да, и вот здесь они быстрее прям едут. То есть прям им здесь лучше. Да, здесь тоже есть некий перекресток, кто-то скажет, но здесь, по крайней мере, это шоссе, не через эту едут. Но опять же, я все это заменю на поезд, вероятнее всего, в ближайшем, на скором, ребят, будущем мы это все заменим на поезд. А, так как мы играем на уровне сложности сложно, нам сложно сейчас пока это все делать. Вот. Так, отсюда надо возить нам сюда и отсюда уже туда, да, получается. Блин, слушайте, мне надо еще парочку минимум грузовиков. А чё по хлебу-то у меня кто там ездит? Эти дерево типа возят. Хлебоносы-то где у меня? Надо еще парочку ставить, я думаю. Хотя... Не знаю, сейчас посмотрим, ребят. Давайте на третий уровень поставим, посмотрим, сейчас он вон заедет. Вон хлеба сколько лежит уже. Хотя тут какие-то фрукты лежат на самом деле, но это хлеб типа. Давай, грузи хлеб и уезжай. Тебе и так задолжен с 56 тысяч. Тебе надо отрабатывать. Так, загрузил хлеб, уехал, да? Еще двое едут. Хорошо. 106 тысяч они привозят, ага. Так, это вообще весь хлеб разобрал, все, хлеба нету. А, они теперь ждут, пока весь хлеб, да, появится. Они действительно будут ждать, пока хлеб появится? У меня вроде по заданию там стоит... А, нет, слушайте, он уезжает. Он уезжает, управление транспортным средством. Так, ну-ка, подождите. Я бы хотел не управление транспортным средством, а линией. А, вот здесь вот. Загрузка, если доступна. Минимальное время стоянки. Максимальное время стоянки. Загрузка, если доступна. Полная загрузка любая. И полная загрузка вся. То есть можно полную загрузку. Пускай стоят, ждут, правильно? Че они пустые будут ездить? Да, полная загрузка тогда. А там уже никакая ему загрузка не нужна. Там просто разгрузка. Да, там разгрузка. Здесь пока все работает, да. Чтобы их пустыми не гонять, а то они там сейчас пустыми меня там накатают, блин, долгов. И вот здесь я вот тоже думаю, Александров Запад. Мы сейчас сделаем, это красная линия, да, у нас? Александров Запад. Мы здесь тоже сейчас сделаем, пускай ждет полная загрузка вся. А вот вся, что значит вся? Полная загрузка любая? Полная вся. Что значит вся? Непонятно, да, ребят, что имеется в виду полная загрузка вся. Ну, перевод великолепный. Так, давайте посмотрим, сколько сейчас они привезут сюда. На какую сумму. Надо город подделать, ребят. Нужна дорога новая. Через город, видите, как едут, очень плохо им. Надо, наверное, новую дорогу делать. Мост. У нас миллион прибыли, ребят, и, наверное, этот миллион мы потратим
чтобы сделать дорогу. Они, видите, как долго заезжают в город, там пока через все светофоры, через все, то есть это очень долго. Насколько ты привез, родной? 145 тысяч, но он в плюсе, молодец, красавчик. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем, ребят? Улицы сделаем, городскую улицу. А мы сделаем вот сюда вот улицу, да. Угу. А вот здесь уже мы пойдем шоссейкой, да. Так, нет, давайте тоже вот такой вот раз. Ну, можно прямо так. Слушайте, а выгодно это? Нет. Нет, подождите. Может такой сделать, может такой маленький, да, мостик. Давайте немножко гульнем, вот такой сделаем железный. Пускай будет такой. Да, и вот так вот, пускай будет. Так, у нас что здесь? У нас здесь угольная, да, это хрень. Так, эту мы снесем, наверное, угольную. Вот эту вот. Угу, мы сносим. И строим с тобой среднюю дорогу. Да, знаю, кто-то там скажет, ребят, дорога не очень красивая там. Ой, какая плохая дорога. Кто-то там скажет, неровно там. Мне на ровности, ребят, на самом деле насрать. Вот то, что там дорога неровная. Чем на самом деле короче, чем путь прямее, тем быстрее из точки А в точку Б доезжает транспортное средство. Вот. Вот так вот сделаем. Да, тут видите, такой мостик красивый, да, у нас здесь прям такой прямой такой, хрен кто пройдет. То есть если корабль какой-то пойдет, ребят, корабль никакой не пройдет у нас здесь. Но я и не хочу никакой транспортное это, как вам. Ну здесь и некуда, кстати, развивать-то. Лодки-то эти, да, то есть если... Я говорю, я хочу через железную дорогу. Вот, и все, теперь здесь все коротенько будет у них, ребят. Вот, видите, теперь они вот сюда едут по короткому самому пути. Да, видите? То есть по коротенькому, потому что так им ехать, такой объезд, зачем? У них есть теперь более короткий путь. И они теперь так поедут. И будут ездить по самому короткому пути. Хлеб как-то производится очень медленно. Доставки не хватает, да, как я понимаю? Доставки не хватает. Слушайте, а может наладить доставку отсюда еще? Отсюда с фермы достать, потому что вот эта ферма, мне кажется, что-то не справляется. Вообще, на самом деле, знаете, в этой игре очень странно работают эти все фермы. Они очень странно все работают, потому что они, то есть, ну, не справляются. То есть, одна ферма не может обеспечить одну... Одну эту, как вон... Хлебопекарню. Что у нас по нефти там? Что, ездят? Вроде ездят. Вроде ездят, что-то льют. Вроде ездят, что-то льют, но надо, наверное, еще. Так, давайте создадим новую линию, новый маршрут. Вот отсюда. Вот сюда. Синенький, синенький. На синенькую линию. Нет, подождите. А, давайте вот так вот. Нет, вот так вот. Так, купить транспорт. Нам нужно перевозить нефть туда, да, получается. Здесь маршрут коротенький, да, я там вижу. Давайте 4 купим. На синенькую линию выходите. На синенькую линию выходите. Так, что у нас здесь по городу? Обеспечение по питанию идет. Это хорошо. Обеспечиваем город питанием. Потихонечку. Потихонечку обеспечиваем питанием. Это замечательно. Это кто? Что у меня здесь за толпа такая? А, это дополнительные эти мои едут, да. Бочонки. Бочонки едут, бочонки, ребята.
Производство, доставка, транспорт. В запасе 26, потребление 226. Немножко не понимаю, что эти цифры все время значат. Производство, в доставке и так далее. Ну, я так наугад, знаете, играю наугад. Так, нам здесь будет производиться, значит, топливо, да, которое будем как раз-таки поставлять именно сюда. Ну, я думаю, три сюда можно будет машинки тоже поставить. Новый маршрут поставим тебе вот отсюда, вот сюда. Какой красивый у нас цвет для маршрута. Купить транспортное средство. Можно, кстати говоря, было бы... вот этот бы поставить, да? Кстати, тентовый ман, можно вообще любой этот возить. Ну ладно. Так, купим. А сколько? Три... я купил. Что я купил? Подождите. Да, три я купил. Вот, все, вот туда езжайте все. По этому маршруту. Ну, маршрут у них, конечно, здесь такой себе, через город, ребят. Да, такой себе маршрутик, на самом деле. Так, переработка топлива, да. Так, линия четвертая. Управление линией. Остановка... Александров остановка. Вы здесь ждете, ребята, полностью. Полная загрузка должна происходить у вас. У вас должна происходить полная загрузка. Так, у вас что? У вас линия 5. У вас тоже на востоке происходит, ребята, полная загрузка. Да. Так, и вы здесь загружаете... топляшечку, да? Загружайте здесь топляшечку. Да, вы здесь загружаете бензинчик. Эту. Не бензинчик, а... загружаете, да, полностью... Так, здесь они загружают, там выгружают. Эти там полностью загружают, тут выгружают. Чтобы не получилось недоразумение, ребят, в том плане, то, что я уже говорил, чтобы они возили все как надо. Так, так, так. Хлебушек везете? А где хлебушек наш? Хлебушек он что-то везут потихоньку. Ждут машины, но хлебушка нету. Блин, надо еще, наверное, ставить. Я не знаю, то есть, ну, не развивается что-то у меня здесь. А фермы не развиваются, что ли? А, то фермы не развиваются, ребят. Охренеть, то есть у меня одна ферма не может хлебопекарню обеспечить. Офигеть, вот это да. То есть, значит, надо строить еще одну дорогу. Трындец. Короче, надо еще одну дорогу строить. Сейчас будем уходить в минуса, ребят. Ну, кто же знал-то, да? Кто же знал-то то, что... гульнем так гульнем, как всегда. Угу. Так. Постройки. Так, ну-ка, выравниваем. А, так, и все, и туда возить, да? Так, создаем линию тогда, новый маршрут, ребят. Отсюда возите. Сюда. Так, там верхние эти. Полная загрузка. И загружайте там только именно зерно. Загружать здесь будете. Купить транспорт, ребята, покупаем транспорт. Блин, 100 тысяч экономлю. Ладно, давайте вот этот вот. А
8 и выставляем на шестую линию. Пошлите. Подождите, а если мы настроим вот здесь, вот может здесь грузы, может он получше будет работать? Маленькое грузовое здание. Вмещает до 25, ага, единиц до 75. Блин, мешает дорога. Так, подождите. Может, надо развить вот эту вот площадочку, тогда у нас все работать будет. Ход станции. Ход улицы. Вот здесь, кстати говоря, подойдет. А что это такое? Соединение с улицей. Соединяет с улицей, используя для входа и выхода. Давайте вот здесь вот, чтобы и вход, и выход как бы был. Так. 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 Прям построим сразу максимально, ребят. Может, прям ферма-то начнет работать. Я не знаю, хотя ферма, по-моему, работает максимально. Но мы построим на всякий случай, пускай будет так. И вот здесь вот, я думаю, тоже бы надо поднастроить. А то, мне кажется, здесь сейчас потокооборот поднимется. Нам нужны будут... Так... Так, и сделаем так. Улицы. И вот так. Пускай с разных сторон заезжают. Это стоит. Ждет загрузки, ребят. Хлебушком. Вот, ну хлебушка вроде производится. Да, все, он заправился. Хлебушком. Поехал. Так, мы здесь сразу расширили. Да, у нас все здесь сразу работает. Вы что-то там возите? Ничего они не возят. У них здесь вообще... Ой, здесь вообще аврал. То же самое, ребят, надо расширять. В копеечку влетает, я понимаю, но, ребят, надо. Угу. Давайте еще пускай будет здесь одно это. В копеечку влетает, но надо, ребят. Это все в будущее, понимаете, мы вкладываем, ребят, все в будущее. В будущее нашей великой державы. А почему у него нефть? Не понял. Линия 5. Что-то не понял, как это все работает. Линия 5 же у меня по-другому работает. Так, синие. Вы должны приехать. А почему вы типа показаны или что? Вы еще не отработали сырая нефть? Какая сырая нефть? Вы же не по сырой нефти, алло. Вы же не по сырой нефти работаете. Вы же работаете по у меня по топливу. Да, вот они топливо загружают. И что-то кругами ездит, что-то разгрузиться не может. Алло, ты разгружаться будешь, ты что кругами ездишь? Ну, наконец-то. Это кругами ездит, что-то непонятно, что хочет. А вообще, у меня в город-то пришло вообще топливо хоть чуть-чуть? Нет, еще не топливо, ничего, ребят, не произошло. У меня там ребята еще не могут наладиться. Все, ребята, давайте на этом закончим, я думаю. В следующей серии мы с тобой уже продолжим. Вот, но я думаю, следующая серия уже... продолжим.
Там уже увидимся, так сказать. Увидимся уже там. Я нахренеть, я денег потратил. Хотя я хотел эту нефтяную хрень сделать на поезде. Я столько денег сюда вбухал, ребят. Хотел же поезд сделать. Да, хотел. А что поделать? Так, ну здесь у нас только нефть, да, забирают они. Угу. Давай тоже проапгрейдим. Давай проапгрейдим, я думаю. Ничего страшного, потом просто все снесем и. Сколько здесь вместимость у нас по линии? Интересно посмотреть. Терминал. Да хрена какая-то у нас здесь вместимость, я не знаю, терминал. Вместимость сколько? 140 и плюс 300 еще можно вместить. 140, да, еще 300. 300 про тракториста, ребят, очень интересно. Так, значит, мы уместили, да, все это. Сюда бы, на самом деле, бы нам еще нефтеперевозчиков надо бы парочку. Вот на эту первую линию, ребят, на красную, надо бы парочку-троечку, я думаю. Нефтяников нам сюда надо купить. Раз, два, три, четыре, пять. И на красную линию, пожалуйста, добро пожаловать. Нам не хватает. Очень нужен поезд на этой линии. Я думаю, зря я туда вбухиваю деньги на эту нефть. Потому что нам нужны, ребята, именно... Все-таки, ребята, деньги. Ой, деньги эти. Все-таки нам нужны... да, нам нефтяного продукта не хватает, ребят. Так, что у нас здесь по хлебу? Я что-то потерял немножко бдительность. А вы что ждете? Ага, вы ждете? А она не работает, да, потому что далеко. Я понял. Лоханулся я, ребят. И лоханулся, кстати, очень хорошо. У нас, видите, я как далеко поставил. Она не работает. Надо было... Видите, она вот так вот не работает. Нет, работает. Подождите-ка. Или подождите, или работает. А, я что-то не понял. Подождите. А я переместить ее могу? По-моему, я ее далеко построил. Она, да, она не может работать. Дурачок. Невнимательный дурачок. Правофлил. А, не, это работает, подождите. Получается, она работает. Подождите. Или не работает? Какая у нас там линия? Это шестая. Перебьем, давайте, линию шестую эту... Подожди, давайте на паузу. Эту мы отменим. Добавить станцию. Подождите. Добавляем станцию вот эту вот. Сюда. Потом вы идете сюда на разгрузку. Здесь вы должны загрузиться. Пересадка. Вы здесь загружаетесь полностью. И загружаете только зерно. Только зерно, а дальше уже на свое, мать его, усмотрение. Так, сейчас должно заработать, правильно? Да, вот сейчас заработало. Так, первая обработка у нас там улучшилась, это... Да, снести. Да, теперь вот загрузка идет. Далеко слишком поставил, ребят. Слишком далеко поставил. И здесь нам по-любому нужно будет улучшение. Избербаш теперь требует улучшения эти. Инструмент. Я поздравляю Избербаш. То, что там улучшения нужны эти инструменты. Очень классно. Так, что у нас здесь по... Этому хреново все, да? Не можем производить полностью. Что-то у нас там улучшение, да, первое произошло. Да, производство первого уровня выросло. То есть больше теперь хлеба, ребят, будет производиться. Это очень классно, на самом деле.
хлеба будет больше производить. Здесь теперь у нас три линии целых работает. Это замечательно. Что у нас здесь происходит? Хотелось бы тоже на самом деле узнать. Так, ну что там, первое топливо у нас в город дошло, нет? Ну да, доходит первое топливо, ребята, это очень хорошо. Экс-Бербаш, что там теперь, инструменты нужны? Да, инструменты, кирпич. И, кстати говоря, нужен топливо сюда тоже, охренеть. Избербаш. Избербаш. Какое название, да, Избербаш. Вот. Но у нас пока все так вот. Знаете, что я думаю? В следующей серии мне не нравится то, что у нас длинная слишком линия по поставке нефти. В следующей серии мы с тобой сделаем перевозку сюда напрямую через поезда, ребят. Через поезда. Да, мы сделаем через поезда. Поезда. Да, вот так вот можно будет сделать. Вот так вот соединить. 200 тысяч надо будет, ребят, охренеть. Вот, ну и потянем железную дорогу с тобой. Вот так. По прямой все-таки железная дорога все-таки будет получше. Город, правда, не знаю, где, наверное, вот слева все-таки будем город обходить, потому что я думаю, развязки в дальнейшем будем тоже железнодорожные строить. Пойдем здесь по левой стороне, да, и сюда выйдем на Избербаш. Избербаш, выйдем сюда, короче, и нефть. На поезде, ребят, лучше нефть гонять, потому что, ну, машина слишком далеко им ездить, вот слишком далеко. Вот сколько у меня вот на красной линии, да, вот сколько у меня машин работает на красной линии? Давайте посмотрим. На красной линии у нас работают в данный момент 17 транспортных средств. То есть, по сути, это 17 вагонов. 17 транспортных средств, ребята, это 17, по сути, вагонов. Это много. Это действительно много. И меня это, ребят, напрягает. Тут, кстати, линия работает, все нормально. Здесь тоже все нормально. Хлебушка, смотрите, много становится. Возможно, в Александров когда-нибудь хлеб тоже нужен будет. Но это не точная информация. Надо все оптимизировать, ребят, чтобы все работало как часики. Вот, надо внутри, кстати, общественный транспорт бы тоже бы запустить на самом деле. Пассажирские перевозки тоже бы надо будет запустить. А, это все, да, вот здесь вот хлебушек мы как раз довозим. Там кирпичи, да, нужны. Понятно. Вот, то есть надо будет... Ну, в следующей серии, короче, займемся. Смотрите-ка, у нас прибыль идет 3 миллиона. Очень неплохо, то есть разошелся, да. Вот, да, в следующей серии надо будет строить действительно железную дорогу. Потому что без железной, ребят, дороги придется уйти в минус. В общем-то, он не полностью загрузился. Я же сказал, полностью загружайтесь и уезжаете. А почему вот он загружается не полностью? Пятая линия. Ну-ка, объяснение. Подождите. Пятая линия, объяснение. Почему загружаетесь не полностью? А, максимальное время стоянки 3 минуты. Полная загрузка вся. До бесконечности он может стоять. Давайте до 5 минут поднимем. До 5 минут поднимем. Пускай забирают все, ребят. Пускай вывозят все, потому что нам надо все увозить. Потихонечку нам надо все вывозить. Так, что у нас здесь? А нефтяной завод что-то вообще, да, не справляется, я понимаю. Да, нам не хватает нефти, ребят. Нам просто не хватает нефти. У нас машины стоят, потому что им не хватает нефти. Не хватает нефти. Это говорит о том, что нужна железная дорога. А нефть-то есть, ребят. Нефть есть. 300, 400 практически нефти. Нефти до хрена. Все, короче, в следующей серии делаем железную дорогу, потому что без нее никуда. Железная дорога forever. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока.